Радський підвел Петра Дворцових. Петроградка на первой. На первой дорожке у нас Петроградский район. На второй Дворцовый, на третьей Приморский. На четвертой Пушкинский, на пятой Мухинский и на шестой дорожке центральный район Санкт-Петербурга. Юра, Андрей! Итак, я смотрю, что, чтобы не ожидать много, буквально последняя опробованная льда и льдаря. Девушки проверяют возможность быстрого скольжения на прекрасном петербургском льду. Напоминаю, что на последнем этапе из шлема «Клюшка» имеют аналоги в виде эстафетной палочки, поэтому передаются следующему участнику команды. Итак, проверяем. На Петроградке, Петроградский район, Сарлос. Вижу. Это Дворцовый район, Сарлой. Сейчас девушка вернется на старт и будет готова. Отлично. Приморский район, на Петроградке. Новая. Прекрасно. Пушкинский район, на четвертая. Вот сюда, девушка, вижу, вижу, вижу. Грузинский район. Вообще полетел. Ой, шайбу потеряли они. Приморский район. Я вставляю на центре поля только три дорожки. И сейчас будет финальное состязание. Финалистов мы просим выехать на лед.